Урок 7. Синхронизация и заметки. Предназначена для связи со специалистом, отправки обследований в программу «Видопульс Профессионал» и получения рекомендаций обратно в программу «Видопульс Оксиметр». Для настройки соединения необходимо заполнить поля. Свой e-mail адрес, e-mail адрес вашего доктора, после чего нужно нажать «Отправить обследование на сервер». После того, как мы увидели «Ок», мы понимаем, что обследование отправлено. Чтобы получить рекомендации от специалиста, когда вам уже сформировали ваше заключение, нужно нажать кнопку «Проверить ответ от доктора на сервере». К вам обратно загрузится ваше обследование, и тогда вы можете перейти в результаты обследования «Заметки». Здесь будет отображено все, что вам напишет доктор, все его рекомендации. Спасибо за то, что вы прослушали данный обучающий курс. По всем вопросам вы можете обратиться в службу поддержки компании BioQuant по номеру телефона 8 800 775 41 13, либо по электронной почте support@vidopuls.com.